ступеньки для ног. Просто уточняю, на всякий случай. Сбой систем безопасности. Неважно. Так, надо представиться. Я Лучик. Мы отряд поддержки командира. То есть были бы, если бы у нас был командир. И судя по результатам учения, мы сами в буре 2 секунд не протянем. Не поняла? Не учение? А, ну, тогда понятно, откуда монстры. Забавный факт. Наша задача была предотвратить бурю. Так что план Б. План Б. План Б. Парни, есть идеи? Хоть что-то, ну уже! Сигнал бедствия. Сигнал бедствия. О, кажется, вы придумали нам план Б. Это Рамирес. Нужно подкрепление. Слышу вас отлично. Выжившие в опасности. На нас идет буря. Минутку. У меня нет минутки. Перейдем к делу. Вы никогда не хотели сразиться с силами зла? Просто нам очень нужен командир. И вы вроде должны справиться. Не слушайте его. Вы отлично справитесь. Соединяю вас с командиром. Парни, по местам. Лок, дергай рычаг. Заработал, командир. Итак, командир, Рамирес должна доставить выживших в безопасное место. Эй, Лучик, если вы меня слышите, то сейчас самое время поторопиться. Принято. Активировать все системы. Готово. Здорово! Снова в деле! У меня прямо по курсу пара мозгляков. Что у нас с огневой мощью? Ха, смотри сама. Тогда приказывайте, командир. Уничтожьте их! Командир.